Неважно, где вы находитесь, главное, чтобы про вас говорили. А если еще и говорят хорошие слова, то все у вас получится. И вот автокомплекс «Фаворит» открыл свои двери здесь вот, на выезде в сторону озера Соленое. Помните этот мостик замечательный? Здесь долгое время строилось здание, и все думали, что это такое, дилерский центр. Понимаете, дилерские центры уже немножко нам надоели. Ну что они? Они только автомобили продают. Потом еще парят вам дорогущую гарантию, никакое обслуживание. Ну и сейчас, по-моему, не время автомобили покупать, потому что если у вас в кармане 1 миллион с небольшим, лучше купить однокомнатную квартиру. Если у вас 700 тысяч, то можно, в принципе, купить себе квартиру за рубежом. Это более цивильно, чем новый джип. Но, тем не менее, мы будем перемещаться на автомобилях, будем их ремонтировать, будем их обслуживать. Где это все делать? Естественно, здесь, потому что, ну, самые приемлемые цены. И я обращу ваше внимание вон на тот телефончик, видите, 40 969 50. Там ворота такие высокие. Что это такое? Это автомобильная мойка для грузовиков. Теперь, сегодня, сейчас здесь можно мыть автомобильные монстры, фуры там. Да почему фуры? Кстати, честно говоря, не совсем понял, чем мы сюда приехали. Вроде и так точка оказывается раскрученная, потому что сегодня в понедельник очередь была с утра на автомойку. Теперь о том, чего вы не увидите. Дело в том, что специфика моек для грузового транспорта такова, что фура либо грузовик находится в условиях парилки, что ли. Тут все очень просто. Аппараты высокого давления лупят-то не так, как в легковых автомойках. Сверху вниз, а вверх. Поэтому снять что-либо здесь нереально. Вы представляете, душ сверху. Но грузовик мыть надо. Потому что это, по сути, коробка, перемещающая огромную зону турбуленции. А зная, что наши дороги не моют, любая ходка превращает грузовик в грязевик. И особо приятно, что водители и механики выбирают теперь автомойку «Фаворите». Вам, наверное, должно быть приятно, как каждому автомобилисту, что автомойка – это не только место для мытья автомобиля, но здесь еще и можно и масло посмотреть, выбрать там то, что необходимо. Да. Также шины. Тут много разных запчастей можно выбрать на многие машины. Ну а кроме грузового автомобиля, какой у вас есть? У меня Nexia легковая. Скоро переобуваться будем вместе с «Фаворитом»? Ну да, наверное. Что порадовало, так это общение. Вот кто любит автостоп, честно и без зависти. Мужики, я прокатился как-то на Фредди из Питера до Магнитки и знаю, что это просто сумасшедший труд какой-то. И мне, если честно, слабо. Да я думаю, слабо было бы фуры каждый день мыть. Тем более я знаю то, что здесь самые низкие цены на мойку фуры. 1000 рублей. Цена может быть, кстати, и ниже, если вы будете постоянным клиентом. Особенно любят здесь крупничков, то есть тех, у кого 30 и более агрегатов. Причем моют все, и самосвалы, и тягачи, и грейдеры. Иногда делает мне очень сложно эту передачу, потому что вокруг нас очень тяжелые товарищи находятся. Он по телефону орет, мне мешает говорить про автомойку центра «Фаворит». Ну, такие у нас люди. Кстати, водители «Газелей», вы, в общем-то, берите пример с водителей дальнобоев, ну, фур. Во-первых, машины всегда чистые. Во-вторых, как бы, ну, мне самому стало стыдно. И теперь я уже понимаю, что и легковушки должны быть по городу Магнитогорску ездить чистыми. Тем более, что есть такая возможность приехать сюда, в автоцентр «Фаворит». Это район АЗС «Шурави», выезд из города в сторону озера Соленое. Место известное уже теперь. Вот здесь, тогда, когда вы моете машины, можно время-то с пользой провести. То есть и запчасти посмотреть, и там масла подобрать, и все остальное. А, кстати, для водителей грузовиков очень полезно здесь находиться. Потому что, ну, представляете, да, автомойки в городе есть. Что там делать, непонятно. То есть человек еще 1.5-2 часа, блин, сидит, просто репу чешет. Здесь же можно подобрать аккумулятор для любого грузовика, в том числе и на американский «Фред». Есть тут такие вот с этими шпентиками. Вот. И мочевину заправить в ваш автомобиль, который ездит по условиям Евро-4.